Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юли. День второй. Все чтения библиотеки LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день памяти живосвятых отца нашего Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Ювеналий святый прияв престол патриаршества Иерусалимского в царство благочестивого царя Теодосия Юнейшего, и бяху в дни патриаршества его великое светило в Палестине святи отцы Евтимий, Теодосий, Герасим и жена Йордани, ему же поработа Лев, и ние мнози, обаче не без смущения от еретиков боеваемых, в табо времена в уста Ерес Несториева, хулеща е пречистую Деву Богородицу. И собран бъй с Третий Вселенский Святых Отец Собор в ограде Ефесе, на нем же Ювеналии со святым Кирилом, патриархом Александрийским и с прочими святыми отцы Нестория и Ересего проклятию предаде. По кончини же царя Теодосия, воцарившуся Маркианус Пулхериею и ная возрасте Ерес, Едиоскорова и Евтихиева, едино естество во Христе бъйти блядословившая. И бъйст четвертий Вселенский святых отец собор в Халкидонстем граде, и на том соборе Ювеналий святый посреди отец святых, аки посреди звезденница, благочестием сияше, тму еретическа го зловери отгоняя. Возвратившися же ему от собора на престол свой, прииде в Палестину еретик некий Теодосий, образу минок, нравом же волшебник, сей Евтихиева злочестия. И же святый собор Халкидонский хулеше, яки бъй на нем догмат правие вери отвержен, обновлено же Несториево учение. И най-много е безместния бледословеше. О том еретике повествуете в Агрии, яко за злодеяние и неверие свое из монастиря своего изгнан бъйв, во Александрии к злочестивому Диоскоро приста. Но и от того за коварство и злобу свою многими ранами обложен бъйв, яко мятежник на велблюда посъжден сквозе град с поруганием проведеся. Та же прибег в Палестину, на час му щати церков богохульния ереси разсевая. Бе тогда в Палестине Евдокия царица, супружница благочестивого царя Теодосия Юнейшего, я же по смерти мужа своего на святых пребиваше местих. Первия обу царицу Евдокию той Теодосия еретик прелести на отвержение Халкидонского собора. Та же и многие иноки неискусния ереси своею повреди и единомысленно и себе сотвори. Воздвижи обо метеж на Ювеналия патриарха со множество миноков прелещенних, убеждающи его да всячески отвержат собор Халкидонский. Неизволяюще же его изгнаше со престола и отиде Ювеналий в Константинополь к царю Маркияну. А Теодосия еретик имея пособницу Евдокию царицу и силу иноков ереси ослепленних ему помогающих, на престол патриарши взейде и многие беды правоверним творяше, епископа и клирики, нехотящие с ним общение и мети, овие извергая, овие же мучи и убивая, и разграбляя тех имения и доми их разоряя. Тако сотвори скитопольскому епископу Севериану, повинути се ереси его невъзхотевшо, изгнав того с престола и го уби. И бъйст вся Палестина в великом смущении, и святий град Иерусалим аки от варвари яд и опустошаемый. Святий же палестински отцы такова го на церков гонение и разорение зрети нетерпящи, еще же и мучителски рук боящи се в глубочайшие скрыши се пустыни, со слезами молящи се к Богу о изтреблении еретичества и о скором умирении церковном. Бе тогда в притчте Иерусалимския церкви дякон некий именем Атанасий, в слове доброречив и по благочестии ревнитель. Той видя в церкви на месте патриарши меретикал же патриарха Теодосия, стояща го яко мерзост за пустение на месте святе, ста пред ним и велигласно возва глаголя. Престани от Теодосия, толика го убийства изпълняти град святей, престани на Христа воздвизати брань, и стадо его разбойнически из ограда и божествени изгоняти. Сия егда Атанасия к нему глаголаше, аби от оруженосцев Теодосия в их яд из църкви извлечен бъйст, и мучимый бяше всякими муками и многими ранами обложен, острием железо убиен с кончася. Тело же его за нозе вервио привязано е, и по всему граду влачимо е, наконец псом в снедь повержи ся. Доротей же воевода и же управляти Палестину от царя поставлен бъйст,
Не прилучися в то време бити во Иерусалиме, но в полках бяше набрани противо Моавитов. Уведав же дејуштае се во Светом Граде, авие скоро с воинством сбрани возвратив се притече ко Иерусалиму. Но оруженосците од Осиево и Евдокии царицеи, повелением их затвориша врата градская пред воеводою, не дајуште ему внутрь входа. И на первие го пустиша, даже обеща си им единомислен с ними бити в вере их. Тако той лжепатриарх Теодосий смущая церков, прибыс на престоле патриаршества Иерусалимского 20 месяцев, даже прииде повеление к воеводе от царя Ятие го, яко метежника и убийцу на суд в цар град послати. Но Теодосий предоведа в то приходящее царево повеление, утаи се от всех и бежа в гору Синайскую, и скрив се неведом бъйсти. Тогда святейший патриарх Ювеналий, имеви в царе граде вели от царя Маркиана и Пулхерии, и от святейшего первопрестольника почитание за добродетели го, пойде с царским изволением во Иерусалим, и пак и прия престол свой, и вся развращенна исправляше. О его же возвращение пустыни отцы услышавше, радости вели изпълнише се и возвратише се во своя обители. Царица же Евдокия, Теодосия моним в Евтихия воя разпрелищенная, колебаше се умом неведущи кое го държати се изповедания. И послава Антиохио к преподобному Симеону Столпнику, прося от него полезна го совета и наставления. Той же восписа к ней, повелевая примирите се святейшему православному патриарху Ювеналию и того учению благочестивому последовати. Сотвори то царица немедленно, и аби отвергше се ереси, бъйст общница кафоличесте и церкви. То видеще мног народ мирян и черноризци, и же бяха Теодосий меретиком прелещени, обратише се к правоверию образом царица. Посем святей Ювеналий и прочее време живота своего поживе в мире, украшая святую церков словом и житием и бодростью пастирскую. Пишет се же в пролозе и сие. Яко егда Маркиян с Пулхерией осуздаше церков во име Пречистие Деви Богородици во Влахерни, писаше к святому Ювеналию, вопрошающе, а ще весто телеси Божия Матери, где бы ист положено. Он же отписа, яко не вест. Древнее же слово истинно е приведе, яко погребено бы ист. И слыша се от святых апостолов ангельское пение даже до третия годне. По третьем же дни, единому от ученик, не бывшему на погребении пречистого тела, утверзоше ему гроб и не обретоше тело и я, токму гробне едино. То прочет цар и царица, пак и писаше к нему молящи да поне раку с гробнем и запечатано послед к ним. Еже и бъйсти. Прежив же Ювеналий святый всех лет иерархиства своего 38. Успе с миром. И представ небесних иерархах престолу славы архиерея великого Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава во веки. Амин. Конец жития и живосвятых отца нашего Ювеналия, патриарха Иерусалимского.